девочки, я рекомендую фашинопедию и как с ней работать. Вот смотрите, вот она сама фашинопедия. Чем она полезна начинающим и продолжающим? Видите, здесь огромная подборка технических рисунков. От жакетов до юбок, платьев и вообще всего-всего-всего. То есть, если вдруг вы не знаете, как что-то рисовать, как это должно выглядеть, как это изобразить, эта книжка вам поможет. Она, во-первых, поможет найти идеи, во-вторых, она вам поможет найти какие-то узлы. Например, здесь собраны там детали джинсов, да, здесь и часы есть, и кольца. И как делаются какие там переплетения, как это все выглядит. Здесь есть их технологические схемы. То есть она вот такая огромная просто книжка, и материалы, и процесс, и все. То есть, на мой взгляд, это вот обязательная настольная книжка для тех, кто занимается отрисовкой, для тех, кто занимается дизайном, кто хочет вообще с этим связываться. Даже если у вас не хватает опыта. Единственный, самый верный способ – это непрерывно рисовать. И так даже живописцы поступают, они берут фрагменты картины или картины целиком и их копируют для того, чтобы набить руку. Так и здесь. Вот смотрите, вот все примеры. Чего-то не знаете, не понимаете, как сделать, как собрать, сюда приходите, смотрите. Если вы владеете принципами программы, если вы понимаете, как с ней работать, то здесь вы просто подсмотрите визуальную идею, а потом ее сможете воплотить. То есть вот прям книжка для вас маст. Она немножечко дороговата, но она себя оправдывает. У меня вот она уже несколько лет, видите, она же покоцанная, но очень ее люблю. Мы их привозим и мы их продаем в Москве, если кому-то интересно.